И себя чуть-чуть вижу. Значит, подожди. После этого самого Карпат, вы уже как-то группа организовалась. Значит, на следующий год, в 60-м году, нас осталось трое. Курченко, Волков и я. Из бывшей группы, из той группы. И мы посещали секцию, туристскую секцию в ДПИ. И в 60-м году решили отправиться в поход по Приполярному Уралу. Так далеко, да? Психи ненормальные.